Всем привет, ребят, с вами Никита. Вот мы выехали смотреть грибов на велосипедах, деревню Марьино. И вот нам уже вот здесь вот попался вот такой вот трещиноватый подберезочек. Вроде хорошенький. Берем, ребят. Давайте искать дальше. Так, ребят, вот тут вот у нас сидит польский белый. Смотрите, какой лес. Вот. И вот нам тут такой польский белый попался. Польский белый гриб. Вот такой вот польский. Такс, вот. Кладем в корзинку. Давайте искать дальше. Так, ребят, вот нам попались полянки лисичек. Такс, вот такая вот лисичечка. Так, вот еще лисичечка. Такс. Вот тут вот еще лисичка. Тут какой-то гриб еще. А это польский белый, ребят. Так, кладем. Там сейчас вам покажу еще одну кучку. Так, ребят, вот. Еще лисичка. Ух ты. Какая нога. И еще лисичка. Так, вон еще вижу лисичку. Так, вот здесь вот, под веточками. Вот. Так, давайте искать дальше. Так, ребят, смотрите-ка. Тут вот там попался вот такой вот польский белый гриб красивенький. Так, кладу в корзинку. А вот тут вот я еще заметил. Тут у нас лисички, ребят. Вот, лисичка тут сидит. О. Так, вот еще лисичечка есть тут. Вот еще лисичка. Так. Еще лисичечка. Даже маленьких буду брать, потому что это мы приехали сюда. Так. И вот самая большая из этой кучки лисичка. Так. Ну что, давайте искать дальше. Так, ребят, тут нам попалась еще поляночка лисичек. Так, ребят, вот лисичечка. Так, вот это что? Это не лисичка. Так, вот лисичка. Так, там чуть дальше лезем. Да, вот. Так, вот у нас сколько тут лисичек сидит. Красивенькие. Так. В сосновом лесу собираем, ребят. Тут есть немножечко березок, конечно же. Так-то в основном сосны. Так. Тут вот еще у нас лисичка сидит. О, вот еще. Шляпка от воды снимаем. Так, вот еще лисичка. Блин, я еще полянку вижу. Так. Вот. Вот. Три штучки как. Прям их так вместе сорву их. О! Как красотища. Так, вот более большая тут лисичечка. Две такие более больших сидят. Так. Еще лисичка. Опа! А вон вообще самая, кажется, большая, походу, из этой кучки лисичка. Так. Вот еще лисичка. Пустоногая, ребят. Так, сейчас вот так вот немножечко вот здесь вот покружусь, так, смотрю. Наверняка есть еще. Да, вот есть. Лисичка. Еще лисичечка. А это что такое? Еще посмотрим. Это не знаю что. Вон еще вижу. Лисичка. Так. Так, ну вот теперь-то уже вроде все на этой полянке лисичек. А, стоп, ребят, вот еще лисички, 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 очень много лисичек уже на этой полянке мы нашли. Такс. Так, вот лисичка. Так, что тут у нас еще есть?
вроде больше не видать лисичек. Давайте искать дальше. Так, ребят, смотрите-ка, вот нам тут попался вот такой вот польский белый гриб, молоденький. Кладу в корзиночку. Давайте искать дальше. Так, ребята, вот тут вот нам попался на этот раз полянка уже не лисичек, а говорушечек. Сейчас мы будем собирать тут говорушки. Так, хорошенькие такие говорушечки. Так, это уже немного плоховатое. Так, берем. Так, значит. Еще, а там вроде где-то подальше еще видел говорушечек. Сейчас мы это посмотрим. Да, вот говорушка вижу. Две. Вижу говорушечки. Так. Вроде все. Давайте искать дальше. Так, ребята, вот тут вот нам попался вот такой вот маховичочек. Зеленый маховик. Давайте искать дальше. Так, ребят, смотрите-ка. Нам тут попался беленький. Так, белый гриб, ребят. Блин, он уже плоховатый. Вроде так-то. Но шляпку надо, конечно же, проверить сейчас. Ну, блин, он червивый. Давайте искать дальше. Так, ребят, смотрите-ка, вот прямо рядом с тем я вот нашел вот польский белый гриб. Раз, ребят. Знаете, почему я сказал раз? Потому что я сейчас там заметил еще два, хоть и тонконогих, но польские белые грибы. Вон я еще вижу. Так, вот польский, ребят. Вот польский. А вон там. Смотрите, какая красота. А, это еще такой польский. Вот красота. О, польский-то какой. Да, белых уже собираем хорошенько так. Давайте искать дальше. Так, ребята, я чуть-чуть отошел от того местечка. Вот неподалеку от него. Ага, мне попался еще один белый польский. Так, ножка отвалился, она что-то плоховатая. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, значит, шляпочку. Сейчас. Ну-ка. Да, этот червивый, к сожалению. Ладно, еще дальше. Так, ребят, смотрите-ка, вот тут вот нам попался вот такой вот небольшой польский белый гриб неподалеку, опять же, от той полянки. Так, кладу корзинку, где у нас уже много польских. И давайте искать дальше. Так, ребята, вот тут вот нам попался вот такой вот маховичок. О, маховик такой, беденный, улиточкой. Так, я положил корзинку. У нас тут вот, кстати, мы еще свинурку нашли. Две такие бархатные. Ладно, давайте искать дальше. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. С вами был Никита. Всем пока!